давая молитву нервы святое. Время мира прекращается, разлечение, отче. Идет великий суд и Господь, аллилуйя, мина отче. Станьте с поднятыми руками, аллилуйя, мина отче, дабы бедствие, которое грядет, обошло разлечение. Повещайте народ, отче. Средство любви погубило народ разлечение, отче. И если плод сегодня в надменности, отче, плод сегодня будет осуждена великое разлечение. Ищите царство Божьей правды, и это царство и правда наполнит сердце. Земное к этому не слезно разлечение. И еще говорит народ разлечал, отче, если среди тебя есть мой народ Израиля, ты жив еще разлечение. Ото говорю вам, говорите, проповедуйте. Но если не станет моего народа, аминь, поколебайся место в разлечении. Это должен разуметь народ мой Ревенегейсона. Ибо Писание говорит, что ты язычник Ревенегейса, отче, ты сегодня помазан мной, потому что среди тебя Израиль, Ревенегейсона. Там я дал тебе дорогу и сказал, ты новый Израиль. Но почему сегодня развращается, отче, эта страна? Почему? Почему сегодня вопль мое израильство народа, который пожил в этой стране? Сегодня заходит вопль по небу. Кровь Божья разлечение, аллилуйя. Господи, истинно праведный суд Господь, отче. И сегодня, если является осуждением, не противься народ, говорите, дети разлечения. Все идет к концу, кроман власти на отче. Дорогие вещи, удалите еще, говорит Господь, дано ваше привлечение, ибо уже приходит время, как говорил Господь, воли пойдут привлечения, а отче, никто не удержит привлечения. И просит небо Святое, ибо есть среди вас, которые хотят судить этим земным судом с ближним. Прекратите, ремену власти на отче. Прекратите, Армалау. Благословляйте друг друга, кроме штана, отче. Оцените кровь завета. Призывайте ее, Равене Штеги, отче. И кто придет в моление, будет благо, имени Гельсера, отче. И многим нужно это еще псалом первый. Дабы испевать эту чистую славянскую молоко, кроменту, отче. Дабы приобрести мир, благополучие. Говорите, дети, не молчите, любите чели. Ибо день бедствия. Великий наблюдается. О, пройдут только умоленные, которые умеют умоляться на привлечении. Буря придет над ними, загадая дал, и они оживут. Гордый и надменный, говорит Господь, я поражу поражением руки твоей милости.